Короче, пошла снег чистить. Пошла чистить снег. Нужно ворота, чтобы открывались. Снег нужно для бани привезти, занести. Все. Да потом печку будут, когда привезут, так затаскивать. А ворота в этом году вообще не чистила. А зачем, никто не приезжает? Нужно подготавливаться тихонечко. Вдруг все-таки реально сделаем баню. А здесь меня уже сынок почистил. Видите, глубина сугробов, сейчас покажу. Здесь у меня ребенок, которому 13 лет, почистил сам. Это все он расчистил, чтобы одна воротина у нас открывалась. А мне он сказал с другой стороны чистить. Такое вот привезли мне. Сейчас нужно будет все это вынести, завести. Но с утра ворота почистить. По 25 килограмм мешок. Все-таки я сдаюсь. Это очень тяжело.
сказать.